Праздник Рождества Христова богослужениями отметили во всех российских храмах. Не стали исключением и православные общины в местах лишения свободы. В Волгограде в церкви лечебно-исправительного учреждения номер 15 собрались на молитву десятки осужденных. Как вера помогает им жить и исправляться, рассказывают наши волгоградские коллеги. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши, и внедри ради. Иконы, свечи, молитва. Все как на обычной рождественской службе. А это и есть самая обычная церковная служба, только там, за забором. Отвлечься от непростых, суровых тюремных будней и покаяться может каждый заключенный, пришедший сюда, на тюремное подворье. Ведь кроме проступка, за который он отбывает здесь наказание, есть и много других грехов. Человек, если осознанно приходит сюда для того, чтобы справиться, то тогда у него все получается. И мы видим результат, что действительно получается. Храм на территории лечебно-исправительного учреждения номер 15 воздвигли в 1997 году. Построен он был силами заключенных и их же силами, как принято говорить, благоукрашен. Совсем недавно в храме был сделан ремонт, опять же на средства осужденных и их родных. По словам священника Андрея Горячева, некоторые населенные пункты в нашей области не могут похвастаться таким убранством своих храмов. Символично, что и иконы заключенные пишут тоже сами. Сюда попал уже, дальше больше с Божьей помощью, видите. Хожу в храм, вот научился писать иконы благословениями. Виктору Колесникову осталось сидеть 2 года. Общий срок – 9 лет. На воле в храм начал ходить еще до совершения преступления. Говорит, чувствовал что-то. В лечебно-исправительное учреждение попал по подозрению на туберкулез. Начал ходить в храм, вылечился. Уверен, помогла вера. Чем будет заниматься на воле, знает. С Божьей помощью все получится. Меня ждут на воле. Дочь 11 лет, мать. Надо. Родители родные. Вот так. Многие отбывающие наказание здесь больны самыми разными болезнями. Заключенные, регулярно посещающие храм, ищут спасения не только души, но и тела. А руководство подразделения видит в этом еще и воспитательный момент. Люди, когда заходят в храм, сама уже обстановка, сама уже атмосфера предрасполагает тому, чтобы как-то все вот эти вот, какой-то негатив, который был им когда-то совершен на воле, чтобы от этого, так сказать, уйти. И уже, когда готовясь выход на свободу, как говорят, с чистой совестью, так сказать, чтобы не возникало никаких подобных других мыслей, которые, к сожалению, их привели сюда, в наше учреждение. Кто-то, выйдя на свободу, наверняка свяжет свою жизнь со служением Богу. Так поступили уже 4 из бывших заключенных ЛИУ номер 15. Теперь они нашли себя на поприще послушания, стали монахами. Кто-то будет трудиться и ничем от простых граждан более не отличаться. Самое главное, какая бы жизнь их ни ждала, некоторые из них выйдут в нее с чистой совестью, а главное, со здоровой душой.